Вставляешь личную карту клиента спортклуба, и интеллектуальная программа запускает тренажер. Наличие QR-кода спортсмена также видит умная система. Без них работа не начнется. Такие условия занятий в этом фитнес-зале клиенты не сразу восприняли с радостью. Но, по словам Натальи Горковенко, она занимается здесь почти 6 лет, так и удобнее и надежнее. Сейчас уже просто становится все равно, и уже привыкли, видимо, уже просто не обращаем на это внимания. Все, мы прекрасно все понимаем, все взрослые люди, ходим с прививками. Тренажерные залы заработали в Самаре уже 4 января по режиму праздничных дней. По оценкам сотрудников клубов, посетителей было чуть меньше, чем обычно. Поэтому важно было сохранять антиковидные стандарты безопасности. Тем более и сами клиенты обращают на соблюдение необходимых мер внимание. Страх за собственное здоровье и жизнь. Это первое, а второе, это общая мировая практика, наверное, все-таки. Обеззараживать помещение, себя и завод окружающих. С самого начала введения ограничений в нашей области мы, соответственно, соблюдаем все меры предосторожности. Это масочный режим, температурный контроль, также, соответственно, контроль температурных сотрудников. На данный момент также ведется учет QR-кодов. А также обработка поверхности по графику, установка рециркуляторов воздуха как в общем зале, так и в раздевалках. За несоблюдение требований Роспотребнадзора бизнес может понести серьезное наказание. Проверки проводятся каждую неделю. Мониторинг организации, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, осуществляется департаментом спорта регулярно. Он и не прекращался с момента выхода постановления об ограничительных мерах. Да, на первоначальном этапе такие случаи были. Ограничились мы внушением, предупреждениями, что, в общем-то, после этого организации устраняли нарушения. И хочется сказать, что у нас с ними полное взаимопонимание. На сегодняшний день, по оценкам специалистов департамента спорта, все спортивные клубы города работают в привычном режиме. Эксперты напоминают, самым эффективным способом защитить здоровье от коронавируса остается вакцина. В праздники в городе работали 63 прививочных пункта, 3 из которых круглосуточно. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.